Саженцы герани кроваво-красный альбом, Geranium sanguineum album, разрастаясь, образуют пышные кустики красивой сферической формы, усыпанные нежными белыми цветочками. Растение достигает высоту от 10 до 30 см, в ширину до 50 см. В осенний период листья и стебли приобретают ярко-красный оттенок. Цветочки белые, с прожилками, диаметром 2-3,5 см. И листья, и цветы обладают ярким характерным ароматом. Сорт устойчивый, хорошо переносит суровые зимы и засуху, практически не подвержен болезням и поражениям вредителями. На одном месте может расти до 15 лет. Герань кроваво-красный альбум — это травянистый высотой 30-50 см с типом роста, среднерослый. Цветет растение в месяц июнь, июль, август. Аромат у цветов приятный. Окраска цветка белая. Лист растения по форме резной. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая. У растения нет шипов. Важно, что герань кроваво-красный альбум самоопыляемый, обои полый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.